есть такой в мире американский юноша, мужчина, который уже 3 года снимает селфи. Мне сложно сказать, это была его идея или он подсмотрел за нашей коллегой Дарьей селфи. Но так или иначе, вот такие кадры, они прекрасны. Ну, Дарья нас тоже всегда радует. Она, ее телефончик и ее снимки селфи всегда оказываются на улицах большого города, чтобы разобраться с очередной проблемой, которую часто сама Даша себе и придумала. В этот раз ее обеспокоило, имеет ли значение размер женской груди. Многие женщины утверждают, что если у тебя большая грудь, то мужчины будут падать к твоим ногам. Ну, не знаю, действительно ли размер имеет значение, а? Я считаю, что в отношениях мужчины и женщины размер груди не имеет никакого значения. Да, главное, чтобы она была большая, и чтобы она была, и чтобы она находилась в районе грудной клетки. Вот и все. Все остальное то за бобоны. Такое вот мнение специалиста, ну, как специалист, тем он знает, поверьте. А у Даши свое видение вопроса. А куда вы сейчас смотрите? Надеюсь, что в мои прекрасные глаза.